Гребневая территория для жизни. Все самые яркие достижения местные жители показали на дне поселения. Гуляния с ростовыми куклами прошли в тенистом саду культурно-досугового центра. На спортивной площадке показывали свою удаль и силу титулованные атлеты. Новый тренажерный зал построен, игровые площадки развиваются. А администрации так держать в этом направлении? Поздравляем всех с днем поселка! Какой же праздник без угощений и выставки местных мастеров? Хочется пожелать, с одной стороны, сохранять вот такую историческую изюминку, вот такой вот, я бы так сказала, небольшой флёр вот такой, да, исторический, потому что здесь усадьба, здесь замечательный храм, здесь замечательная березовая роща, и в то же время развитие, чтобы оно становилось так, как оно сейчас уже становится, современным сельским поселением. У гребневцев сложилась крепкая традиция чествовать и дарить подарки семьям с новорожденными, долгожителям и новобрачным. Много изменений, новые дома, садики. Вот, готовимся к пополнению в семье. Поздравляем с праздником наше гребневское поселение. Поздравили с супружеским долголетием Любовь и Геннадия Плаксиных. 40 лет вместе, 35 из них они прожили в Гребнево. Все добрые, все отзывчивые. Мы здесь много лет уже продали. Недавно вот квартиру получили. Внуки уже. Не знаю, все быстро пролетело. Лучные метательные тиры, выставку предметов быта, одежды, доспехов эпохи раннего средневековья привез на праздник клуб исторической реконструкции «Волчья долина» из Гребнева. Одним из наиболее ярких экспонатов нашей экспозиции является волчья шкура северного волка. В этом году в Гребневе открылся детский сад «Новостройка» на улице Лучистой. Построен тротуар к школе. Комплексно отремонтированы две дворовые территории. Ведется реконструкция стадиона в Богослове. Продолжаем благоустроить общественные пространства. У нас в этом году доделываем в Корякино площадку для отдыха. И в этом году доделываем площадку в Новофрязино. Наша усадьба нашла хозяина. Вот это очень важно, потому что найти было его очень сложно, и долгое время не могли найти. И сейчас, конечно, мы большие надежды возлагаем на его деятельность. 433 года исполнилось сельскому поселению Гребневскому. Много это или мало? Ну, конечно же, достаточно для того, чтобы обрести надежные, мощные корни. И вот сейчас праздник в самом разгаре, и мы видим, что за моей спиной поет легендарный Андрей Ковалев, который восстанавливает усадьбу Гребнева и делает эту землю еще более привлекательной как для инвесторов, так и для отдыхающих. С праздником, Гребнева! Гребневцы молодцы, конечно. Я счастлив, что мы теперь земляки. Все, и мы теперь все вместе. Все как-то по-доброму, все по-хорошему в Щелковском районе. Гребневцы, мои любимые и дорогие, счастья вам, любви! А я бегу куда-то вдаль, аэропортами. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».